Здравствуйте! В игре от компании EA Sport FIFA 2007 вас приветствуют российские комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Кажется, игроки так и я ощущаю всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Неплохо. А вот и пас. Как близко. Да неудивительно, что он промазал. Я не склонен его критиковать. Вы только поглядите, сколько там было защитников, а он попытался ударить. Фабригас. Навес. Какой шанс! Можно продолжать атаку. И это фол. Ну что ж, неплохая атака. И арбитр прекрасно разобрался. Не стал его прерывать скоропалительными свистками. Однако преимущество так и не было реализовано. Лозе. Послушайте, как стадион ревет от восторга. Несмотря на неудачные попытки, игрок не сдался и все-таки поразил цель. Васицкий. Супер. Доли секунды есть на принятие решений. Боровский. Лозе. Юнберг. Ван Перси. Это риск, но он оправдан. Подальше от ворот убивает мяч защитник. Стендерос. Отлично играет головой. Боровский. Мощный отворот издалека. Момент выждал форвард и позицию занял выгодную, и все рассчитал. Все, да не все. Вратарь сегодня вне законов физики работает. Игрок решился на дальний удар. Голкипер далеко выбивает мяч в поле. Жилберто. Фабригас. Эшли Коул. Красицкий. Анри. Жилберто. Фабригас. Фабригас. Жилберто. Фабригас. Вся команда в атаке. Анри. Неужели это гол? Приводит мяч вперед, не теряя времени. Жилберто. Ван Перси. Фабригас. Жилберто. Удар. Защитник грудью принимает мяч. Отличная комбинация. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч? Вот раз смелый парень не испугался. Жилберто. Будто и не заметил защитника. Еще рывок. И он окажется один на один с вратарем. Ну давай, мячу задеваться некуда. Играет в темп, не теряя времени на обработку мяча. Игрок бьет его. Мяч до сих пор в игре. Вратарь сегодня гигант. Но расслабляться рано, впереди угловой. Куда
Верту. Фабригас. Но удача была близка. Да это какой-то табун защитников. Они затоптали его. Он пытался пробить. И пробил. Молодчина. Юнберг. Фрэнкс. Боровский. Пиши. Продолжается атака. Красицкий. Пора защитникам поработать. И голкипер Син. Какая красота! Изысканно сыграно. Уверен в результате, подобно актеру, умеющему держать паузу. Бил у самых ворот, наверняка. Равная, красивая игра. Нужно быть очень внимательными. Любая ошибка может оказаться решающей. Красивая для мяча, многообещающая ситуация. Эшли Коул. Перехват. Сейчас будет штрафной. Близится перерыв, а решающего перевеса никто еще так и не достиг. Не смог он удержать мяч. Хотели угловой, вот он вам. Точно играет футболист головой. Обстреливают, обстреливают ворота. Да так технично, близко, красота. Мастерский удар головой. Лозе. Ну вот, можно перевести дух. Атаку сдержали. Хорошо разыграли на краю. Что дальше? Вратарь выбивает мяч. Очень техничная игра головой. Теперь мяч у защитника. Перерыв. Счет 1-1. Начинается второй тайм, мяч вводится в игру. Жилберту. Вот, вот, вот. Снова удачно. Нарастает давление. Красицкий. Фабригас. Сопернику здесь мудрено не прижаться к своим воротам. Красицкий. Анри. Да, теперь коснулся мяча и спас ворота. Защитник убивает мяч. У его товарищей есть время перестроиться. Красивая игра головой. Принц. Авомаева. Атака закончилась неудачно. Это фол. И нечего даже говорить, что это не так. Судья обязан показать желтую карточку. Желтая карточка за этот грязный подкат. И нечего жаловаться. Очевидно, что это желтая карточка. Жилберто! Ну бей же, откуда ж тогда и бить? Мяч сотрясает перекладину ворот. Жилберту. Встретился с мячом, как по расписанию. И так повисли на нем. Лозе. Это шанс на гол. Хорошо играет вратарь. Обмануть защитника полдела. Главный чародей здесь вратарь. Вон как предугадывал. Мяч уходит. Сейчас будут пробивать угловой. Нужна хорошая подача. И еще угловой. Еще один шанс. Нужен один точный удар. Ну бей же. Вратарь вводит мяч в игру. Красицкий. Фабригас.
Абамаева. Бауман. Мне такое впечатление, Василий, что игроки слишком напряжены. Мне кажется, трибуны не то, что поддерживают, давят на них, нужно что-то менять. Менять-то нужно прежде всего в себе. Нарушение правил. Судья разговаривался с футболистами, похоже, его аргументы убедили арбитра. Каточки не будет, но не хотел сыграть ноги футболист штрафной. И вот еще одно доказательство того, что судьи ошибаются и часто очень жестоко. И в этот раз он ошибся. Должен был показать карточку. Ужасная игра. Защитник выложился на все 100, чтобы остановить форварда. Жилберту. И пауза в игре. Команда не торопится развивать свою атаку. Хороший пас, но рискованный. Могли перехватить. Правильно, надо брать на себя игру. Когда голкипер действует так уверенно, то это помогает команде поверить в свои силы, мобилизоваться. Пиши. Диего. Боровский. Красицкий. Жилберту. Какая смелая игра. Мне кажется, угловой. Да, угловой. Прекрасная игра головой. Даль. Игрок завоевает мяч в ворота соперника. Даже не верится, какой классный гол. Как хочется еще разок посмотреть, ну хоть на повторе. Очень велик теперь соблазн сыграть по счету от соперника. Да, удачный пас. Не даю бить. Мяч попадает прямо в вратаря. Не перестаю удивляться классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. И еще одна эффектная подача. Вот зачем футболист играет. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. Диего. Лазер. Блокирует мяч в атаку. И судья назначает еще один угловой. Хорошо держится мяч на фланге, но пора пасовать. Предстоит удар от ворот. Замечательно сыграл. Юнберг. Боровский. Диего. Это почти гол. Вратарь остановил мяч. Тяжело лечение, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взять превосходно. Хорошая школа. Ну же, какой шанс. Мяч отбит, однако игра продолжается. Мяч снова уходит за пределы поля. Повторить угловой. И еще один угловой. Абамаева. И правильно, нечего валяться в центре поля. Хороший перевод мяча. Ну, теперь последнего обыграть надо. Ван Перси. Нужно собраться. Нападение теряет мяч в очень важный момент. Вот придумщик. Принкс. И защитник получает мяч. Пиши. Какая
агрессивно играл в атаке. Стендерос. Хороший удар. Ворота спасены. Красицкий. Классный пас. Анри получает мяч. Атакующие решили давить числом. Фабригас. Навес или что-нибудь еще? Да, это уже серьезное давление. Как много игроков участвует в атаке. Блестяще сыграно напряжение. Что ж, сегодня мы видели настоящую борьбу. Лоб в лоб, плечо в плечо, кость в кость. Это не было разгромом, но победа есть победа.